Конечно, я не смог убить его. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса, но я не хочу его использовать. Его война кончилась, когда я навел ракеты на его дом, на его семью. Черный. Вверх. Тут хорошо. Вокруг сияние. Внизу трудно дышать. Плохо жить. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Я буду идти там, где сияние, но рядом с тобой. Я помогу видеть. Не понимают, как ты видишь. Боятся. Устал. Другие люди сильные. Вы можете убить всех. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять. Что-то важное. Здесь много голодных. Считают тебя пищей. Вы все носите вещи. Я тоже хочу, как ты.
Смотри, я как ты. С вещами. Ваши дома? Какие высокие! Вы сделали город? Какой огромный! А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? Вы убили всех. Своих. Странно. Глупо. Зло. Какие бы планы относительно него я ни строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Пора идти. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Красные, злые. Yeah.
Крылатые красные, сильные. Смотри, их много. Thank you.
Я уведу его. Он большой, но глупый. Крылатые очень быстрые. Устал. Но я работаю. Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что... Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Там люди. Боятся, что на них нападут, но не злые. Кто такой? Все гаразд, мужики. Приберіть стволи. Це ж рейнджер з Порісу. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10. Потім... Ледь не
забув. Мельника, як побачиш, вітання переказуй від Степана. Він знає. Давай, дорогой, я тебе патрон поміняю. Нет, дорогой, много набрал, да? Слушай, отцо, выбирай, что хочешь. Патрон высший сорт, сам бы стрелял. Да деньги надо. Слушай, дорогой, скажи, что хочешь. Все есть. Отличное оружие. Тебе подойдет. Бери, не подведет. Понимаешь, дешевле никак не могу. Смотри, какое состояние! Ни царапинки! Ну, пока! Если что, подходи, пока у нас привал. Ну что, Федор Александрович, давай, руки и двигаемся. Забираем. Все. Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Входы, выходы, люки, вентиляцию. Чтобы через 15 минут знали, как свои 5 пальцев. Задача ясна? Так точно, товарищ лейтенант. Выполняйте. И тут нет. Чисто. Никого. Внимание, противник! Где? Сейчас не вижу! Ищите! Если упустим, сорвем все задание! Ну что? У меня ничего! Точные за ответки. Хорошо, прячемся. Внимательнее смотрите. У нас потери! Наших бьет! Thank you.
Я видел такое у тебя. Полезное? Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Кулагин, ты с Минкиным пройди по маршруту. Может, еще караван нагонит. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть! Шиш на блюде! А ну скрылся, бестолочь! Есть! Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде водить? Ну-ка повтори полученный приказ! Приказ захватить депо и скрыть... Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Ты смотри, не забыл! А где же тогда твоя скрытность? Или ты думаешь, что этот рейдер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Никаких ну! Никаких больше косяков! А то тремя нарядами больше не отделаешься. Понял? Так точно. Есть три наряда в очереди.
себе как-то. Не простого же шпиона ищем. Поаккуратнее надо. А что такое? Не помню. Ну и мы не пальцем деланы. Не простой это раньше. Слышал же, что наша группа поезд ганзейский захватила? Группу перебили. Да ну брехня, какой один? Если все, откуда слухи? Пара тяжело раненых осталась. Видно, времени у него добить не было. Такое рассказывают. Зверь, а не человек. Настоящий садист. Тогда да, надо поосторожнее. Разговаривайте! Смотрите там внимательно! Есть внимательный! Все же видно, послышалось. Опять война. Вроде только что с фашистами замирились. И года не прошло. Ну а что делать? Склады, говорят, нашли с какими-то сумасшедшими запасами. Если их кто другой захватит, там крышка. А с чего это? Ну подумаешь, склады. Так там же, говорят, пушек, фроников, да патронов до военных на все метро. Вот вооружаться и попрут. А мы тут, значит, чтобы не попер. Ну, молоток схватываешь. Что? Здесь тоже они, черно-красные, боятся тебя и все равно хотят убить.
Ну-ка, ну-ка. Ты его знаешь, и он тебя. Здорово, Лесничок! Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно! Пост сдал! Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Убил Рейнджера и предал орден! Ты думал, это сойдет тебе с рук? Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты? Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу.
Устал. Он очень плохой. Но ты прав. Убивать хуже. Кто посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю.